Здравствуйте. Вы Алена на кухне. Рядом сегодня с вами. Рыбную солянку. Готовим. Картофель, морковка, лук, укроп, перец душистый, две лаврушечки, баночка маслин, черная у меня маслина. Здесь остался бульон с консервы рыбной. Делала салат рыбный, водичку сляла, заморозила. Теперь в уху добавлю. Перебранная рыбка у нас. Две головы толстолобика и хребет лосося. Масло для жарки морковки. Картофель накрошим. Лук целиком. Я не закладываю лук, потом его выловлю. Не люблю вареный лук. А морковочку обжарим. Готовим нашу уху или солянка. Картошка наша сварилась, лук, как видите, уже доваривается. Выливаем бульон с консервы рыбной. Выливаю водичку, та, что было в маслинах. Мне она нравится, когда я добавляю маслины сами. Наша рыбка. Солим, перчим, лаврушечку кидаем, укропчик. Десять минут и будет все у нас готово. Солите, перчите, как вы любите. Душистый перчик. Пять штучек. Мешаем 10 минут, и наша соляночка будет готова. Такая у нас соляночка получилась. Готовьте, пробуйте. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь, ставьте лайки.